Привет всем на канале Борщ ТВ. Сегодня я расскажу вам, как приготовиться к Хэллоуину. Я вырежу из этой тыквы светильник Джека. Я буду вырезать глаза, нос, рот. А потом из этих частей я приготовлю суфле из тыквы сулугуни. Чтобы сделать светильник, сначала нужно вырезать крышку тыквы. Крышку нужно вырезать под углом, чтобы потом, когда вы вычистите мякоть, крышка не провалилась внутрь тыквы. Хэллоуин отмечается в ночь на 1 ноября. Также этот праздник называется День всех святых. Изначально в этот день древние кельты отмечали сбор урожая и поминали ушедших из жизни. Но сейчас этот праздник воспринимается просто как хороший повод повеселиться. Я возьму ложку и вычищу сначала крышечку, а потом нужно будет вычистить изнутри семечки и мякоть. Такая вот подходящая крышечка. Вот, идеально. Сейчас я нарисую рожицу и буду вырезать. Это наш первый ингредиент для нашего суфле. Светильник Джека готов. Можно поставить в него свечку и выключить свет. Чтобы приготовить вкусное суфле из тыквы сулугуни, нам понадобится 250 грамм тыквы, 25 миллилитров сливок 10%, одно яйцо, сыр сулугуни 50 грамм, приправа зира, пол чайной ложки картофельного или любого крахмала и щепотка соли. Сначала нужно очистить тыкву от кожуры. Теперь нужно нарезать тыкву не очень крупными и не очень мелкими кусочками. Далее мы будем ее запекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Нужно немножко приправить ее зирой. Эта приправа придаст особый аромат нашему блюду. Теперь мы отправим в духовку. Вот так вот выглядит запеченная тыква. Она очень вкусно пахнет. Я переложу кусочки в банку, чтобы взбить их блендером. Сейчас я буду взбивать блендером нашу тыкву до однородной массы. Теперь нужно взять 25 миллилитров сливок и развести в них пол чайной ложки крахмала. Наше пюре нужно чуть-чуть посолить.
влить туда сливки. И опять все перемешать. Теперь я попробую сбить белок одним венчиком. Наконец-то белки готовы. Показателем готовности может послужить такой фокус. Ничего не вылилось, значит, они готовы. Блендер нам больше не понадобится, потому что белки нужно вводить аккуратно, помешивая наше тыквенное пюре. Я буду делать это ложкой, по чуть-чуть добавлять и перемешивать. Не надо сильно болтать ложкой, иначе суфле потеряет воздушность. Нужно очень нежно перемешать, равномерно распределив белки по пюре тыквенному. Теперь нужно положить суфле в жаропрочную форму. Добавить в него кусочки сулугуни. И теперь наше суфле отправится на 25 минут в духовку при температуре 180 градусов. Чудо.